Как вам спалось? Я не очень, потому что ноги, стопы даже. То есть вообще тело тепло было, а именно... Ну что, все готовы к броду, к бутерброду? Надо. Миша, будем бубенцы мочить? Нет. Ты фотку скидывал то место в группу. Здравствуйте. Я рыбы тут не спешил. Он бы спрыгнул, да? И запрыгнул. Здесь мы закончили наш предыдущий маршрут возле этой церкви. И здесь начинаем наш новый маршрут, но уже в расширенном составе. Давай всех познакомим. Это Дима Семенов, это Миша Рычков, Костя Пальчун, Паша Мельховец. И наш Серега бессменный Борбус. Оператор Александр Чугуев. Все, приватизировали. Работает на благо церкви. Итак, мы выехали снова на насыпь железной дороги, по ней поедем дальше. Сейчас очень часто в лесу можно увидеть вот такие локальные вырубки. И говорят, это связано с нашествием жука-короеда на сосну. Но мне доводилось видеть, что вырубают сплошную вырубку березы, дубы и осину. Так что очень трудно предположить, зачем это делается. Миша, тебе нравится? Да, мне нравится. Мне тоже нравится очень. Свежие впечатления новые, никогда не было в велопоходе. Так что, ребята, я с вами.
Так, а что-то нас мало, где Серега? Да чего же здесь здорово. Я думал, ты собрался наверх. Дима вспоминает про Карпаты. А где они разделились? Я не понял. Где-то там. Обедать будем на лавочке. Ура, магазин! Паша, куда нам? А что это за статуи такие? Трассу пересекает канал мелиоративный, нет возможности его перейти, поэтому мы двигаемся вдоль поля, и вот там вот есть мосток. Мы там водички набрали, никого не было в доме, там со шланга набрали. А дома нема никого? Я стучал, никто не открыл. Она, наверное, пошла. Телевизор, наверное, смотрит громко. Не знаю. Был иней в этот раз, в эту ночь? Да, холодно было. Ну, не холодно. Водки побольше, все хорошо. Да. Тут Дима нас покидает, малодушно садится на дизель-поезд, с большим огорчением до станции Жлобин поедет. Вот. Ну что ж. Есть у нас деньги. Понимаете, да, кто халявит на дороге? Ну, разбивайте мне.
И мы пошутили, едем дальше. Я понял, что вы будете робить эту работу. Поедем в Рабкор, там дизель. Паша угощает какими-то штуками вкусными розового цвета для девочек. Это для девочек. А это для мальчиков. Это для мальчиков. Образцовые фермы. Наверняка здесь побывал Лукашенко. Уж больно все красиво. Александр, где вы нашли таких котов? Это деревня Челющевичи. Это челющевичские коты. Объект пришел сам. Аккуратненько. Вот этого съедим первого. Нет, мы их есть не будем. Вот такие. Все отлично. А всякие велотуристы, как мы, наверное, не делают. Ой. Сережа, приятного аппетита. Серега, ты решил рыбу половить? Спасибо. Чайку? Да, чай. За разрешение покупки. Это мы не будем. Как не будем? Показывать. Почему не будем? Сложно. Вы можете не показывать. А мы будем.
Костя, как участник первого велопохода, то есть первый раз в походе человек. Скажи, я больше никогда не поеду с этими придурками. Я покупаю багажник, велосумку. В следующий раз с вами. Но маршрут был тяжелый. Первый раз. Много впечатлений хороших. Вот. Маршрут был интересный. Интересный, да. Тяжелый. Интересно. У меня покрышки шоссейные. В следующий раз подготовлю велосипед более основательно. Но я обязательно сами куда-нибудь еще съезжу.